Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор чекин. Часть 1. Задание 314. Сколько кубиков с ребром 1 сантиметр можно поместить в прямоугольную коробку, длина которой 10 сантиметров, ширина 5 сантиметров, а высота 4 сантиметра? Чему равна вместимость этой коробки в кубических сантиметрах?» Итак, для того, чтобы ответить на вопрос, чему равна вместимость этой коробки в кубических сантиметрах, нам нужно определить, а сколько вот таких единичных кубиков с ребром по 1 сантиметр можно поместить в эту прямоугольную коробку. Давайте ее изобразим. Ну вот ее длина 10 сантиметров, значит, вот это у нас 10 сантиметров. Ее ширина это 5 сантиметров, значит, вот здесь у нас 5 сантиметров. И высота коробки 4 сантиметра. Вот 4 сантиметра. Значит, коробка наша выглядит примерно вот так. Ну, теперь давайте подумаем, сколько же в нее влезет кубиков с ребром 1 сантиметр. Давайте их будем укладывать. Итак, по длине, длина 10 сантиметров, сколько таких кубиков влезет? Ну, ребро кубика 1 сантиметр, значит, влезет 10 кубиков. Но ширина коробки 5 сантиметров, значит, по ширине поместится 5 кубиков. А тогда мы можем сказать, что на дно коробки можно уложить сколько кубиков? 5 рядов по 10 кубиков в каждом ряду. То есть это будет 5 рядов по 10 кубиков в каждом ряду. То есть всего получается 50 кубиков. Но это же у нас самый нижний слой кубиков, которые лежат на дне коробки. А таких слоев у нас будет 4, потому что высота коробки 4 сантиметра, то есть в 4 раза больше, чем ребро кубиков. То есть вот это у нас первый слой, теперь второй слой, третий слой и четвертый последний слой кубиков. И вот наша коробка заполнилась. А значит, в ней получилось кубиков 50 умножить на 10 и еще умножить на 4 слоя. Давайте умножим. 5 умножить на 10. Это будет 50. 5 десятков. 5 десятков на 4 – это будет 20 десятков. То есть получилось 200 кубов с ребром 1 сантиметр. Но 1 куб с ребром 1 сантиметр, его объем равен 1 кубическому сантиметру, а значит, тогда и вместимость коробки в сантиметрах будет равна 200 кубических сантиметров. Вот теперь все, и нам осталось только записать ответ. Читаем вопрос, чему равна вместимость этой коробки в кубических сантиметрах? И отвечаем. Вместимость коробки 200 кубических сантиметров. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.